«Шаг на сцену» – это название мини-фестиваля детских любительских театров, в насыщенной программе которого участвовали 4 коллектива – 2 видновских «Маска и ключик» и столько же из городского округа Домодедово – театры «Луч» и «Образ». Ребята встречались впервые, и каждому участнику было очень интересно и себя показать, и на других посмотреть. Разливалась холодная вода, остановилась под крутые берега. Мероприятие удивительно тем, что оно под своим крылом объединяет детей. Оно создано для того, чтобы дети полюбили творчество, чтобы научились что-то делать за рамками, например, школы или какой-то их обыденной жизни. В рамках фестиваля были показаны небольшие детские спектакли. Гости из Домодедова подготовили литературно-музыкальную композицию на стихи Сергея Есенина. В программе также были и сольные выступления ребят, которые любят и умеют читать стихи, а также спектакль «Новогоднее превращение солнечного лучика». Видновчане показали номера так называемой клоунской репризы. Это очень интересное, это новое такое веяние в детском театральном творчестве, хотя не новое вообще в театре. Вот. И это как бы часть уличного театра. Легко ли сделать шаг на сцену, если тебе еще только 5, 6, 7 лет? И даже если ты старше, неужели ты перестаешь волноваться перед выступлением? Конечно, нет. Сколько бы ни репетировали, ни готовились до этого, все равно присутствует творческий трепет. И не только у самих участников, но и у педагогов. Они волнуются за своих воспитанников ничуть не меньше их самих. Я помылась, чищу зубы и все думаю. Ну а что же будет завтра, в понедельник, днем? И мы выступаем на всяких сценах, чтобы народ, люди смотрели, и они понимали, о чем, чтобы мир становился лучше. Я хочу донести до них, что надо улучшать мир, чтобы мир стал лучше, чтобы все люди были добрыми. Получается, что задача этого фестиваля была не только помощь детям в проявлении творческих способностей и обмену опытом. Как и у Станиславского, была еще и сверхзадача – улучшить мир и сделать его добрее. Думается, что они прекрасно с ней справились, и Константин Сергеевич сказал бы им «верю». Елена Бабина, Александр Шишов, Елена Кошелева, Павел Игнатьев. Видно это.